Всем привет, с вами Исхан и игра Dark Souls Remastered. Так, я тут блуждал по катакомбам в поисках мест, которые мог бы пропустить, и нашел кузнеца одного забавного. Да. Но я тогда запись-то не включил сразу, поэтому сейчас я покажу вам путь до этого кузнеца. Ну, может, кому не пригодится, фиг его знает, кто знает. Мало ли, вдруг пригодится. Так, ну, правда, блин, придется зачищать дороги. Дороги, все. Мало ли. Так, вот сейчас мы идем куда-то. Я, правда, сам уже толком не помню особо-то. Ну, примерно помню чисто. Примерно. Как туда идти? Так. Точно не здесь путь. Сам примерно лишь помню. Я тогда чисто случайно попал туда. Так, обоих. Так. Так. Там был какой-то спуск вниз. Ладно, давайте сейчас мы вас всех отмахаем. Как-нибудь я от вас отмахаю сейчас. Давай, зацепи его. Так. Сюда. По-моему, сюда. Да блин, поторопился. Так, сюда мне? Нет, не сюда. Ну ладно. Сейчас от него отмахаемся. Блин, что-то я не помню, правильно ли иду, нет? По-моему, я неправильно иду. Блять. Вот захотел показать ему дорогу и сам заблудился, походу. Нет, точно не туда. Дай-ка сюда. Блин, по-моему, не сюда я иду. Здесь же нигде прохода спуска-то нет. Нет, нигде. А, костер. А, блин, костер, да, мы знаем, какой костер. Так, давайте подлечимся. Так, нет, мне не сюда. Блин, захотел показать вам дорогу и сам заблудился, как всегда. Ну, это нормально вообще, в принципе. Нормальное явление для меня. Так, не сюда. Значит, может сюда? Так, это мы сейчас вернулись, да? Да, это мы сейчас вернулись, значит, давай-ка попробуем сюда. А, нет. Блядь. Да как вы это делаете, я вообще не понимаю. Они парируют просто, походу, да? Ну ты сдохни. Так, значит, не сюда. Блин, ну, извиняйте, что я тут сейчас так плутаю. Это тоже нормальное явление, в принципе, для меня. Здесь лучник должен быть был. Мы его заваляли. А, нет, это ты, блин. Короче, сейчас я назад вернусь. Не туда опять свернул. Сразу, что я не понял. Ой, надо вспоминать. Так, по-моему, надо где-то здесь этот спуск был. А. Вот, походу, это он, да? Или это похожий спуск? Вот сейчас мы вниз идем. Ха, нет, это, по-моему, не тот спуск. А, нет, вот он как раз есть. Вот мы этот спуск идем. И вот прыгал я вот сюда. Вот так вот упал. Блять, иди нафиг. Потом вот сюда вот упал. Вот. Здесь как раз надпись есть здесь. И вот тут вот лежал лут. Титанит. Зеленый титанит был. Вы его должны были видеть, когда вот по этой лестнице я спускался еще на несколько видео раньше. И вот я вон туда он упал.
Вот. И когда я вот сюда вот спрыгнул, в эту дырку, запустилась кат-сцена, которую вы сейчас и должны будете увидеть. Сюрприз, мазафака. Это кто такой? Так, как бы объяснить, как я сюда попал вообще? А, сука, почему же запись-то не включила? Ладно, давайте сейчас попробуем разжечь костер. Попробую я попозже вернуться сюда тем же путем, показать, как я вообще сюда попал. Так, ну-ка, перенестись куда-нибудь могу? Блин, я тут вообще в катакомбах в этих переместиться никуда не могу. Ладно, это где-то здесь в катакомбах. Я попытаюсь показать, блин, как я сюда попал. Потом ставку сделаю. Ну, конечно, ставку сделаю перед тем, как я вот сейчас тут, перед тем, что вы сейчас видите. Да. Попытаюсь показать. Так, все-таки с ним можно пообщаться? Это кто вообще? А, что тут у тебя? Уголь, верно? А, забудь об этом, с такими я не работаю. Не понимаю, что в наши дни творится с углем. Пить косточка возвращения. Осколок титанита. Починить снаряжение. Давайте починим у него снаряжение тоже заодно. Раз такая возможность есть. Усилить оружие мне нечем все равно сейчас. Мне вот кого больше особо-то улучшать-то и нечего. Если уж на то пошло. К сожалению. Поговорите. Я здесь кую, а не разговор разговариваю. Я тебе сказал, я тут не для работы, а не для болтовни. Надеюсь, ты не обидишься, если я... Ступай прочь, ты мне мешаешь. Я смотрю, ты из упрямых, но я всего лишь кузнец, и все, что я знаю, свое дело. Я ничего не могу помочь славным воинам вроде тебя. Я уже тебе сказал, мне не о чем говорить. Все, что я тебе могу предложить, ковка и ничего больше. Конечно, будь у меня уголь из Нового Лондона, был бы другой разговор. О. Если это все, то ступай своей дорогой, ты мешаешь сосредоточиться. Уголь из Нового Лондона, значит, тебе нужен, да? Ну ладно. Так, ну в общем, кат-сцену я вам показал. Все то, что происходит, как я встретил этого кузнеца, я вам показал. И сейчас мы будем отбиваться вот этих вот убогих ублюдков, потому что я хочу еще местечко парочку исследовать. Ну как парочку? Как минимум одно местечко исследовать. А, потому что мне тут намекнули, что есть переход в другую локацию здесь все-таки. Ну как намекнули? Прямым текстом сказали. Где у нас босс? Вон там, по-моему, босс. Идем сейчас к боссу. Там сказали, что-то после победы над боссом идти по какой-то... То ли по правой ли стене, то ли по какой ли. И будет лестница. Я чуть не догнал. Какая лестница? Я не видел там никакой лестницы в прошлый раз. Вот сейчас, вот, например, я не вижу никаких лестниц. После победы над боссом в катакомбах. Но вот не было тут никакой лестницы по правой стене. Вот хоть убей, нету никакой лестницы. После победы над боссом по правой стене. Лестница, но нет никакой лестницы. Нету. Я не вижу никакой лестницы. Это правая стена? Ну ладно, допустим, это правая стена. Вот она, лестница. Ну окей, так, и куда же она ведет нас? Ведет, она должна вести в какую-то другую локацию. Только где она, другая локация? Подняться. А, вот еще лестница. Блин, их сразу ты и не заметишь, ё-моё.
Так, окей. Да. Это что? Ну, что не берет? А, это не лут, что ли? Это что такое вообще? Это указатель какой-то. Впереди кратчайший путь. Куда кратчайший путь? А, это кратчайший путь вернуться, что ли? А куда это ведет кратчайший путь? Душа города рыцаря. А, ну понятно, это кратчайший путь для того, чтобы вернуться назад. Но нам назад не надо, нам надо вперед. Пойдем вперед. Вон туда, куда-то. Там лут какой-то, походу. Или это не лут? Не пойму вообще. Это лут, не лут? Вроде как не лутается, значит, это не лут. Но это точно лут, только как бы туда залезть-то еще? Хер поймешь. Здесь. Что здесь? Просто с кости какие-то. Ты тут что такое? Путеуказатели такие, да? Тропа впереди. Опа, тут кто-то, походу. Склеп великанов, да? Это мы сейчас в склеп великанов попадаем. Да, ну незнакомая, в принципе, песня. Сейчас нам тут надают по щам. Блин, фига сколько ему урона надо вносить. Это, походу, будет сложная локация, мне кажется. Локация будет очень непростой. Здесь. Что здесь-то? Что это вот это ваше здесь означает? Там некуда падать. Там он лут. Туда можно упасть, а? В принципе, наверное, можно упасть, но тут мы сейчас скатимся по-любому. Потом назад вернуться не сможем. Так, ну вот можно здесь упасть, вот так вот. Потом можно вот так вот сделать, я думаю. Безопасная зона. Ну да, безопасная зона. Там дальше будет опасная. Тут великашка. И не один. Большая душа гордого рыцаря. Там тоже. Давай, пофиг, завалим вас. Или попытаемся. Тупой какой-то. Ха-ха. Ну правильно, откуда у тебя ум-то, скелета? Вот так. А вот это как можно было бы забрать, непонятно. Теперь я уже не заберу. Как бы его нельзя было забрать. Но это теперь я уже не заберу. Придется потом снова. Большая душа гордовица. Потом придется возвращаться. Так, надо подлечиться срочно. Срочно подлечиться. Так, здесь спуск какой-то идет куда-то. Потом придется снова возвращаться мне несколько раз, чтобы там все залутать. То, чтобы она пропустил места. Придется возвращаться. Дивный уголь впереди. Это вот здесь, да? Там кто? Блин, как мне его убить-то? Сюда можно как-нибудь залезть, убить его? Давайте осмотримся. Нет, нельзя. Там спуск непонятно под... Есть ли, нету ли? Дивный уголь впереди. Что за дивный уголь? Блин, непонятно. Вот это лава какая-то. Что-то она мне... Ай-яй-яй. Что, залезешь? Залезешь. Так, вас там дофига. Ну-ка, туда можно как-то проскочить? И... Нет, нельзя. А, меня сейчас убьют. Блядь, все, меня убили. Нахуй, сам виноват. Сам виноват, болван. Надо было отскакивать. А не пытаться в этой толпе, блин, завалить кого-то. Кстати, я на время-то не посмотрел, не засек время. Печально. Блин, опять все заново. Ну, сейчас меня эти хуйни, блядь.
Ну и тёба наоборот, ну конечно, они меня сейчас устроят. Если я их не убью, они меня сейчас устроят. Блин, надо бы, по-моему, бы от них избавиться от всех. Дети нафиг. Ничего вы не сможете мне сделать. Так, ну ладно, оно так даже лучше. Я к лучшему. Я сейчас могу пройти по тем местам, которые пропустил. Так что все, что не делается, все к лучшему. Так что будем считать, что это я так специально задумал. Померить. Так, ладно, назад туда идем. Так, так, так. Там непонятно, как туда попасть. Непонятно. Ну как-то, наверное, можно. Здесь нигде никак не пройти туда. Нет, наверное, не стоит. Так, погоди. А где конкретно я тут место пропустил? Так. Где конкретно? Блин, если я сейчас сюда спрыгну, я же, по-моему, нифига не залутаю. Ну-ка, может мне не сюда? Может мне где-то здесь упасть надо? Да нет, вроде бы. Блин, где же я тут что-то видел? Я как-то хотел же спрыгнуть-то. Задачка, загадка. Так, там. Вон там вот что-то должно быть. Вон там. Вон. Как-то туда надо попасть. Как? Как? Блин, если я сейчас тут спрыгну, я разобьюсь. 100%. В этом уверен. Тропа впереди. А, пофиг. Ну, я так и думал, что зря. Ладно, окей, заново. Чего нам, дуракам, пофиг? Нам, дуракам, ничего не... Все по барабану. Так, мне надо сейчас дойти так, чтобы меня не убили вот эти вот ребята. Но они меня сейчас убьют, походу. Так, пока живой. Но это пока. Ну, конечно же, все-таки он сзади нахуй напал, зацепил меня. Ну, в этот раз лучше получилось дойти. Ладно, пошли дальше. Заново, то есть. Блин, не могу понять, как туда лук-то этот взять. Там не видно нихуя вообще. Так, ну-ка, может, с этой стороны где-то? Да нет, что-то я сомневаюсь, что с этой стороны мне стоит прыгать. Ай, блядь, про этого забыл. Сейчас бы он меня прикурить дал бы. Сейчас бы он меня устроил нежданчик. Так, окей. С этим разобрались. Все-таки как же туда попасть? Да ё-моё, чуть не упал. Так. Да не, точно не сюда. Вот зря, вот сюда сейчас прыгну, я там не смогу этот лут-то заполучить. Нет, я не смогу здесь его заполучить. Ну ладно. Тут их двое должно быть. Тут надо быть осторожнее. Давай сначала от этого избавимся. Ага, хуй там, мы там избавимся. Все, блядь, ну пиздец, нахуй, это по-тупому получилось. Нахуй я эту ебучую лестницу вообще использовал. Я ебанусь. Заново. Побежали.
Да ты, сука, грёбаный нахуй скелет ебучий. Я ненавижу вот этих вот скелетонов. Да вообще никаких скелетов не ненавижу. Они все проблемные. Что, что они сюда за мной не следуют? Да. Что-то локация-то уже неприятная, мне кажется. Нафиг я туда поперся? Надо было идти в другие локации, попроще в какие-нибудь. Че тебе так мало? А, он блокирует. Я-то думаю, в чем дело? Это он блокировать думал мои атаки. Ладно, окей, давай сюда попробуем. Так, окей. Большая душа гордого рыцаря. Так, пока живым. Туда тоже можно упасть, но мы пока этого делать не будем. Мы пойдем отсюда. Такое чувство, сейчас меня будет хана. Да. Чуть было не было. Мне чуть было хана не наступило. Вау. Опа, ты кто? Сразу, погоди. Костер впереди. Так, там костер, да, говорить? Окей, так, погоди. Ты кто у нас? Приветствую, похоже, ты вполне в своем уме. Что-то знакомое очень. Что ты делаешь к такому? Ты клирик или что-то в этом духе? Я не клирик. Нет. Нет? Правда? Тогда я спокойно могу рассказать тебе, что я нашел клад внизу. Конечно, это моя находка, но раз уж мы друзья, я с тобой поделюсь. В любом случае, взгляни, ты аж ослепнешь. Знаете, что я вам скажу? В третьем Dark Souls был такой челик неприятный. Кажется, его звали Лоскутик. И он меня дважды подставлял. По-моему, это он и есть. Тут надо туда спуститься. Да, надо туда спуститься. Взгляни получше. В чем дело? Ты только посмотри направо, посмотри на сокровище. Я вот 100% уверен, что он меня хочет подставить. Ах, я уверен, это он. Вот, блядь, хоть ты тресни, я, блядь, думаю, это он и есть. Ты кто вообще? Хуя себе нарядик. Так, и давайте-ка мы, наверное, сейчас у этого костра... Возожгем человечность, используем. Использовать две штуки. Обратить опустошение. Ну, так, и возжечь надо сейчас. Возжечь. Вот так. Ладно, давай-ка мы сейчас все-таки попробуем последовать его совету. Ну, его предложению. Пусть он нас подставит, зато хоть запустим какое-то действие. В чем дело? Так, ну давай посмотрим. Сейчас по-любому в спину толкнет. Хотя да, лута там дофига. Сейчас спину нас толкнет, 100%. Я так и думал. Я же говорю. Наверное, стоило представиться клириком. Да.
Да, дружок, этим я и занимаюсь. Амулеты, которые я сниму с твоего трупа. Вот это настоящий клад. Да, это уверен, это лоскутик есть. Пидарас. Большая душа гордого рыцаря. Череп-фонарь у меня уже есть. Большая душа гордого рыцаря, опять же. Ой-ой-ой. Вот он вообще не меняется. От Dark Souls к Dark Souls он не меняется. О, вот они и нашел я их. Вот я их и нашел. Ты ведь не из полых, верно? Слава богам. Прошу, будьте осторожнее. Далеко отсюда бродят двое свирепых полых. Когда-то они были рыцарями, моими спутниками. Как же они могли обратиться в полых столь сильным духом? Боги, неужели ничего нельзя сделать? Совсем ничего? Это вот эту девчонку как раз ждет вот этот рыцарь в храме огня, который стоит и все чудесами торгует. Вот он именно ее и ждет. И тех двоих рыцарей я тоже встречал как-то. Да. Ну ладно. Ты ведь не исполз, верно? Слабо. Так, так. Повторяешься, да? Надо, значит, с ними разобраться. С этими двумя ее ж бывшими спутниками. Вот они. Да они мне сейчас дадут нахуй. Блять, вдвоем-то они меня сейчас убьют там. Угу. Так, мне главное сейчас девочку эту не зацепить. Блин, с двумя воевать нехорошо. Блин, еще и блокировать вздумали. Ладно. Блин, в принципе-то я тоже могу блокировать. Ай-яй-яй, меня сейчас убьют. Вот просто вот возьми, сейчас убьют. Так, минус один. Минус два. Так, окей, ну и что ты теперь скажешь? Тебе удалось изгнать этих двух полых, верно? Мне больно думать о том, сколько хлопот я тебе доставил. Уверена, что и Винс, и Нику благодарны тебе. Спасибо большое. Вот это принадлежало им. Тебе это пригодится больше, чем мне. Восстановление. Уверена, что Винс и Нику благодарны тебе. Так, спасибо большое. Так, ты возвращаться назад не хочешь, да? Тебя там так-то ждет рыцарь еще один. Кто тут хрипит? Так, окей. Блин, тут сейчас заблудиться легче легкого. Так, это подъем наверх. Нам пока туда не пойду. Пока я сейчас здесь осмотрюсь сначала. Пойму, что где. Это я приперся. Иди твой налево. Ты что такое? Ага, так не получится. Так я поближе подходить не буду. Эй, ё-моё. Вот и правильно сделал, что не подходил ближе. А я все равно убью. А-а-а. Так, там вас дофига, что-то я смотрю. Ты упадешь, нет? Да что ты? Какая неприятная штукенция.
Ты что такое? Так, ладно, пока по лестнице не трогаем, пойдем сейчас вон туда, опять назад по той, по подъему, потому поднимемся, посмотрим, что там нас ждет. Да, вот этот подъем. А, туда просто лут всего лишь и все. О-о-о. Ну, конечно. Зря. Зря, надо было осторожнее действовать. Ну, ты, блин, на каком расстоянии тебя надо дамажить? Так. Еще один идет. Так. Прыжок сделал. Случайно получился прыжок. Все, больше здесь никого не осталось, да? Ты все еще живая сидишь. Ну сиди. Ладно, пойдем по лестнице. Блин, вот эти вот воздушные трупы нафиг меня вот немного напрягают в этом Dark Souls. Иллюзорная стена, 100%. Ну да. Да чего же очевидно? До того очевидно, что аж глупо. Так, место знакомое. А, я мог здесь короткий путь сделать, значит, да? Так, вон там падение. Эй, лоскутик, ты все еще здесь, пидорас. О, ты, я... Давай просто успокоимся, поговорим. Я был неправ, но я не нарочно. Мой дух слаб, я поддался соблазну. Понимаешь, о чем я? Понимаешь? Пожалуйста, прости меня. Ты и я, мы просто изгнанные мертвецы, правда? Вообще, что в третьем Dark Souls, что вот конкретно сейчас, мне очень хочется его убить нафиг, прибить за это. Но в третьем Dark Souls, насколько я помню, кого помню, так и есть. Если его не убивать, если его простить там, то он будет торговать с тобой. Может быть, здесь тоже будет? Может, здесь его тоже простить, а? Правда, он потом по-любому ведь еще раз подставит. Ну давай, все равно сделаем, рискнем, пофиг. Как чудесно, во второй шанс, прекрасно. Я знал, что ты меня поймешь. Но будь я на твоем месте, кто знает, мог бы, как бы я поступил, неважно. Мы снова друзья? Да, ты по-любому меня еще подставишь. Я уверен в этом. Но тем не менее, я надеюсь, что от этого будет польза. Я был неправ, но я нарочно. Мы тут так, ну ты повторяешься, да. Ясно, ты еще раз меня подставишь. Вот уверен в этом. Так, где-то мне нравится. Пока я туда не пойду, давай вернемся назад. Посмотрим, что еще мог пропустить. Эй, чуть не упал. Так, это мы сейчас здесь были, но мы сейчас сюда и пойдем снова. Вот так. Вот здесь меня уконтошили, я здесь хочу осмотреться. Блин, а я смогу ли со всеми ними воевать, а? Давай их задамажил. Так. Ай, меня сейчас убьют все-таки. Да какого хрена, почему дамаг не прошел? Так. Так, пока живы. Надо их всех поубивать, по-моему. Блин, тут загрелся один. То есть оба согрелись теперь. Да ебана в рот, меня сейчас убьют, нахуй, просто вот и все. Ай-яй-яй.
Да ёбаный в рот, нахуй, сука! Ну, по крайней мере, гораздо ближе. Я сейчас все тут всех поубиваю все равно. Блин. Дайте-ка мы вернем сейчас меч черного рыцаря, попробуем с ним походить, как мне здесь будет. Он, конечно, меньше урона наносит, но он вроде как побыстрее. Надеюсь, мне это поможет. Хотя что-то не уверен в этом, но все равно попробую. Не уверен, что мне от этого легче будет с ним сражаться, но попробую. Так, идите сюда вдвоем. Я даже не задамажил вообще никак. Сука, мне хана. Мне хана, мне хана опять. Да. Зараза, как же мне здесь неудобно вообще. Я не люблю вообще против толпы сражаться, я не умею против толпы сражаться. С кем-то одним еще помахаться могу, а вот с двумя, тремя больше, блин, это уже пиздец полный для меня. Всегда во всех играх так. Как люди умудряются в одиночку против толпы махаться, я не умею. Умею в реальной жизни также. Против одного еще могу, против двоих уже нихуя. Да. Нехорошо получается. Нет, мечнита здесь больше подходит, потому что он... Реально, дамага больше надает нам. Все, давай меч Нида возьмем. Вот от этих двоих можно сверху бить с помощью еще меча Нида. А черным мечом вот так вот сверху в падении они не умирают. Это хреново. Дамага все-таки мало. Стоп, а можно ли улучшить? А, нет, здесь нельзя, это надо идти к кузнецу. Я думал, может быть, можно улучшить меч. Хотя что-то сомнительно, конечно. Но попробую потом как-нибудь. Нет, я вас, ребят, всех размахаю, рано или поздно. Ага. Блядь, сейчас меня опять уроют. Да бля! Блядь. Сейчас меня опять задамажит. Ну конечно же, блядь. Ох, как меня бесит это место вообще, конкретно. Ненавижу скелетов. Не, я вас сейчас задамажу всех. Всех поубиваю, рано или поздно. Так или иначе. Так или иначе, я вас всех сейчас поубиваю. А если аккуратно спуститься, они все сагрятся. Меня заметят? Да, как они меня замечают, а я не понимаю. Почему я двоих не смог задамажить этот раз? Блять. Да ёбана в рот, а. Ну теперь трое нахуй еще, трое на меня одного. А, уже бесит нахуй, сейчас геймпад сломаю. У меня уже нервишки не шалят. Я вообще не вижу вариантов. Как можно их убивать, блин, всех? Почему не агрятся толпами, а?
Вообще ни одного не задамажил. Ёбана в рот, а. Ну, сейчас опять убьют меня. Я даже встать не могу, нахуй. Я даже встать не могу отсюда. Выкрутится нам теперь. Ёбана ты в рот, а. Мне что, лук брать, что ли? Сука, их расстреливать? Да ну нахуй. Блядь. Походу придется. Не хочу я лук брать. Заебешься с лука их сейчас убивать. Серьезно. Ну же, блин, у меня не прокачан нифига. Можно, конечно, их прокачать, а толку-то их прокачаешь, они все равно будут мало урона наносить. Да ёбана в рот, вот они опять толпой на меня сагрились. Да какого хрена вы до меня толпой тогда ебались, а? Да какого хрена, отъебитесь от меня все! А-а-а, толпа нахуй, да ну поднимись ты, поднимись, поднимись! Давайте мы на этом с вами и закончим наше сегодняшнее видео. Продолжим уже в следующий раз.